Всем привет, ребята! Сегодня у нас прекрасная новость, чтобы увидеться. Это 10 моих каждодневных влогов подряд. Это мой личный рекорд. Готова принимать ваши поздравления. И вот, по поводу того, что я смогла снимать 10 дней влоги каждый день, и я собой дико горжусь, если честно, не буду скрывать этого, я решила снять не ответы на вопросы, а какие-то более открытые ответы, интересные на вопросы, которые у вас возникли именно за последние 10 дней, когда 9 дней, сегодня 10, когда я снимала влоги каждый день. Я просила вас задавать их у себя в Инстаграме. Вот мой Инстаграм. И, возможно, через 10 дней мы повторим это, возможно, нет, я не знаю. Если что, подписывайтесь на мой Инстаграм. Мне будет очень приятно видеть вас у себя там. Спасибо. Так вот, я зайду в свой телефон и буду читать вопросы, которые вы задавали мне в Инстаграме. Я постараюсь ответить на все, даже на самые каверзные, которые могли быть, потому что я не боюсь отвечать на них сейчас. У меня какое-то хорошее настроение. Вообще, в последнее время я поняла, что я нахожусь в какой-то гармонии с собой, я счастлива. Я счастлива, что я вернулась на YouTube, вот именно в таком формате, в котором я есть сейчас. Я счастлива, что я в Милане, я счастлива всему, что происходит вообще в жизни. И ничего особо не омрачает мое существование на этой планете. Все хорошо. Так, ну этот вопрос уже был, это скучно. Это скучно, ребята. Ем ли я мясо? Да, я сейчас ем мясо. Если вы смотрите мои влоги, я в каждом влоге ем, то, не знаю, какой-то стейк, то, может быть, какую-то курицу или еще что-то. На данном этапе жизни мясо я ем. Все. Какой мой 5 любимых песен? Это, кстати, очень интересный вопрос. Я не смогу выбрать, наверное, топ-5, но я постараюсь. Я буду выбирать из рок-музыки, я не буду выбирать из жанра. Я люблю ambient dubstep, я не буду выбирать из этого жанра. У меня там свои фавориты. Выберу именно, наверное, из рока. Я очень сильно люблю... У Элис Купер песня Poison называется, вот я ее обожаю. Я не буду ставить по местам, я просто 5 назову, которые я обожаю, могу слушать бесконечно. Вот, Элис Купер Poison, Depeche Mode In Your Room, я очень тоже люблю. Я очень сильно люблю Skid Row Wasted Time, я люблю Bon Jovi Living on a Prayer, и я люблю Pink Floyd Hey You, я люблю Iron Maiden Brave New World. Боже мой, я слишком много люблю. Я люблю Black Sabbath, God is Dead. Ах, это может быть бесконечный список. Я не могу выбрать 5, как вы видите. Я еще люблю Guns N' Roses, November Rain, моя любимая. Или Don't You Cry. В общем, это очень будет сложно. Поэтому я назвала какие-то вот песни, которые я сильно-просильно люблю. Пусть будут одни. Что я планирую делать с волосами? В общем... Я наконец-то дошла до того, что у меня волосы сейчас идеально одной длины. Они короткие, но не одной длины, ровный срез. Что я планирую делать? Я планирую их не трогать. Я планирую отпустить их, наверное, как-то вот так хотя бы. Да, хочу себе отрастить волосы. Что я беру в Starbucks? Кстати, сейчас в Starbucks я не хожу. Я очень давно была в Starbucks последний раз. Обычно брала какой-то латте или капучино или флэт уайт на овсяном молоке, но у них какое-то молоко сладкое овсяное, поэтому мне не очень нравится, и поэтому я перестала туда ходить. Как забить на конкуренцию в моделинге? Кстати, это очень такая большая проблема у всех моделей, потому что они сравнивают себя с другими моделями и пишут своим агентствам, например, вот, а Галя работает каждый день, а я не работаю. Что не так? Агентство Галю пушит, а меня нет. Хотя на самом деле, я уверена, агентство в принципе плюс-минус всех одинаково пытается продвигать, потому что, ну, мне так кажется, мне кажется, особо роли не играет, кого им продвигать. Они будут продвигать всех. Понятно, если Галя продвигается лучше, на каком-то этапе они, наверное, Галю начинают пропихивать больше, чем, не знаю, Аню. Короче, главное правило для модели – никогда не сравнивать себя с другими моделями, потому что вы не такой внешности, как они, ни таких параметров, ни таких вообще всех данных, которые только могут быть, и сравнивать себя с ними – это глупо. Если они работают, окей, это круто, просто, может быть, сейчас не ваш сезон, не ваш типаж в моде, может быть, клиент просто хотел,
не блондинку, а брюнетку, или, я не знаю, он хотел зеленые глаза, а не голубые. Не надо принимать ничего на личный счет и зацикливаться на этом. И к конкуренции надо относиться спокойнее. Никакая другая модель не виновата, что выбрали ее. Это выбирала не она, это выбирал клиент. Поэтому я никогда не принимала конкуренцию в моделинге. Это немного глупая история, потому что это все зависит не от моделей. И поэтому конкурировать глупо. Понимаю ли я, что без длинных волос... Понимаю ли я, что без длинных волос я выгляжу супер? Честно говоря, не понимаю, потому что мне не нравятся мои волосы, мне не нравится, как я выгляжу сейчас, ну вот именно из-за волос, составляющая волос. Но я понимаю, что это вопрос временный, поправимый, что я не могу никак на это повлиять, мне просто надо ждать и не трогать вот эти свои волосы. И скоро у меня будет та длина, и все так, как я хочу, и здесь просто нужно терпение. Думаю ли я завести вторую собаку? Я очень хочу, но Леша, понятное дело, не хочет вторую собаку. Может, хочет, но мы пока, понятно, не будем ее заводить. Вообще, моя мечта всегда в жизни была, я хотела веймаранера. Такая порода есть, веймаранер. Серебряный призрак, или как-то так она переводится, тоже немецкая собака, мне очень нравится, я прям кайфую, когда я вижу их на улице, я кайфую. Я всегда хотела две собаки, одна из них веймаранер, вторая мраморная, вот кроличья такса, как Донни. И я всегда представляла, что вот это огромная собака и это маленькая такса вместе, и у меня они две веселятся, играют, и все круто. И, возможно, когда-то, когда мы определимся с местом жительства конкретно, мы не будем каждый месяц переезжать из страны в страну, мы заведем веймаранера. Я надеюсь, потому что Леша тоже нравится веймаранеры. И да. Ну, еще я хочу еще одну таксу. Ну, в общем, это такая долгая история. Я очень люблю собак, и я бы вообще 5 такс себе завела и жила себе счастливо. Кого я смотрю на YouTube? Это, кстати, интересный вопрос, потому что я... Не смотрю, как многие люди там говорят, я смотрю какие-то развивающие каналы. Для меня YouTube это больше как отдых, и я смотрю что-то, чтобы расслабиться. Иногда нахожу какие-то каналы, которые смотрю какое-то короткое время, потом они мне надоедают. Но вот именно из постоянных, я даже не знаю, это так странно, я люблю смотреть людей, которых я знаю лично. Вот у меня есть такая проблема, мне интересно смотреть за людьми, которых я знаю лично. И я смотрю за своими знакомыми и друзьями, которых я знаю лично. К сожалению, многие из них не снимают видео часто, и смотреть мне нечего. Иногда я включаю Веронику Степанову, и смотрю Веронику Степанову, хотя она мне уже не нравится особо. Я раньше обожала Веронику Степанову в 2017 году, сейчас как-то мне уже не очень интересно ее смотреть. И я все меньше и меньше смотрю YouTube, к сожалению. Хотя я обожаю YouTube больше всего на свете, это моя самая любимая социальная сеть, но... Смотреть мне нечего, поэтому я скажу так, я смотрю своих друзей и знакомых, но они очень редко снимают и не радуют меня контентом, мои друзья и знакомые, поэтому, может быть, они начнут больше снимать, и я буду смотреть их с радостью и с огромным удовольствием. Инна, как выбраться из булимии? У меня была булимия, на самом деле, я очень долго не хотела про это рассказывать, но когда-то, там, несколько лет назад я про это рассказала, она у меня была давно, я пытаюсь вспомнить, сколько мне было лет. Это было время группы «Я БЖХ», я уже про нее рассказывала. Группа «Я БЖХ» переводится как «Я, блядь, жирная хуйня». Классная группа, да? Ну, я там познакомилась со своей другой Светой Истоминой. И из-за того, что у меня постоянно были компульсивные переедания, я считала, что мне нужно похудеть для того, чтобы начать работать моделью. Хотя я тогда была очень худая, худее, чем я есть сейчас, но параметры были немного другие, и требования к моделям, это было недостаточно, надо было больше, 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 больше. И, в общем, я прибегала к булимии, но не в плане того, что я блевала. Такой практика у меня была пару раз за жизнь, у меня была другая практика, я пила разные таблетки или сгоняла вот это все спортом. То есть я очень... усиленно после переедания, после компульсивного занималась спортом. Как это прошло? Это как-то прошло на самом деле само собой, потому что для меня мой внешний вид и вес перестали играть такое огромное значение, как играли до этого, когда я практиковала булимию, назовем это так. В общем, для меня немного сместились приоритеты важности определенных вещей, и поэтому оно, все сошло на нет само собой. Вы классная пара с Алексеем, как давно вы вместе? В общем, с Лешей я познакомилась, боже, какой-то был год.
мне плохо с воспоминаниями, потому что последний вот этот год, 2020, он как-то выбил вообще все понятия о цифрах и годах у меня из головы, и я запуталась. Мы познакомились, по-моему, в 2019. Это был февраль, по-моему. Познакомилась я с ним перед поездкой в Сингапур. Вот так. То есть я знакома с Лешей больше 2 лет уже на данный момент жизни. Больше 2 лет. Это был все-таки, не помню, был 19-й, по-моему. Познакомились мы тогда, получается, мы стали вместе, я не знаю, как назвать, в 2020-м, то есть спустя год. Самый обидный комментарий. Наверное, самый обидный комментарий для меня это тот, о котором я тоже иногда задумываюсь. Например, мне кто-то напишет этот комментарий, а я сама про это думала, и это у меня было в мыслях, когда-то мелькало, и тут какой-то человек пишет это, и я начинаю думать, что это правда. И, скорее всего, этот комментарий как-то связан с моей самооценкой, с моей жизнью, неуверенностью в себе и другими комплексами. Потому что я, как любой человек, у меня есть комплексы. И в такие моменты, да, меня это задевает, не потому что человек написал какой-то обидный комментарий, а потому что я сама об этом думала, и я нашла подтверждение своим мыслям в комментарии другого человека. Вот как это работает для меня. Я не смогу привести конкретные примеры, я не удаляю комментарии ни на YouTube, ни в Инстаграме. Некоторые попадают в спам сами, но я не удаляю комментарии, потому что я считаю, что это свободная платформа, люди могут писать то, что они думают и считают нужным. Могла бы ли я подружиться со своей подписчицей? Да, так было не один раз в моей жизни. Правда, не всегда истории нашей дружбы были успешны, были провальные истории. Ну, например, мое знакомство с Юлей из Дали. Дали не был моим подписчиком, но Юля была. И мы познакомились на почве того, что Юля очень любила мой канал, мои видео. И сейчас, как вы видите, мы с Юлей общаемся, и мы с ней друзья. И другой пример, мой друг Дима, который нашел мой ноутбук, когда я его потеряла в аэропорту. Воспоминания о Бангкоке. Я в Бангкоке была 3 раза, не знаю, о какой поездке мы говорим. Первая поездка в Бангкок, которая у меня была в 2014 году, у меня воспоминания просто бомбические, потому что я приехала, у меня ничего не получалось по работе, именно в той поездке я сделала кучу журналов. Я сделала там 30 журналов, 3 раза Вог, 5 раз Базар, сколько там еще раз что-то. Заработала деньги, я не заработала какую-то там огромную сумму, но на то время из Бангкока я увезла 8 тысяч, и для меня это было классно. Потому что до этого, опять-таки, я повторюсь, я на моделинге не зарабатывала. И я была рада такому результату в плане картинок, денег, воспоминаний, я нашла друзей, и вообще все было классно. Вторая моя поездка в Бангкок была не очень, потому что у меня постоянно портил настроение один парень, который реально портил мне жизнь, не только настроение, но настроение особенное. Это влияло на мою работу, и работала я не очень классно. А последняя моя поездка в Бангкок, она была нормальная, но, честно говоря, мне казалось, что я слишком долго там была. Я была там 3 месяца, и после 2 месяца мне уже чуть-чуть надоело там находиться. Но, в принципе, я тоже сделала много журналов, занималась тайским боксом и была счастлива. На что я снимаю влоги? Смотрите, у меня есть камера, на которую я сейчас снимаю видео. Это Canon G7X Mark II. Я хочу купить Mark III, наверное. Но влоги на нее снимать неудобно, я заметила, если ты снимаешь каждодневные влоги, ну, быстрее как-то просто взять в руки iPhone и начать снимать на iPhone. Поэтому я на iPhone снимаю очень много сейчас, но видео дома стараюсь все-таки снимать на эту камеру, во-первых, потому что видео не такие тяжелые, как на iPhone, и мой ноутбук может нормально с ними справляться, потому что ноутбук реально не тянет видео на iPhone. Они очень тяжелые, я снимаю в 4К, и легко ли мне терять людей? Раньше было нет. Раньше я могла вцепиться в человека мертвой хваткой, манипулировать, придумывать какие-то способы, чтобы не потерять человека. Но сейчас, честно говоря, мне стало гораздо легче, и я легко отпускаю людей. Если кто-то не хочет быть в моей жизни, я не буду никого заставлять в ней быть. Как-то так. Поддерживаю ли я общение с Соней? Я так понимаю, это про Сони Есман. Нет, мы последний раз виделись, когда летали в Берлин и в Барселону несколько лет назад. После этого мы не виделись. Мое guilty pleasure. Окей, мое guilty pleasure. Сейчас я подумаю. Блин, ну я люблю бокал вкусного вина, вот реально. Прозвучит, как будто я алкашка какая-то, но мне правда нравится. Мне вкусно, я люблю бокал вкусного вина выпить.
Это мой guilty pleasure. Если у меня высшее образование есть, и в каждом видео отвечаю, что оно у меня есть, юридическое, ну, ревнивая ли я, честно говоря, не знаю, может быть, наверное, я не знаю. Любимый город в Украине. Я раньше не любила Киев, вот я реально не любила Киев, и для меня приезд в Киев был это сделать визу, быстрее улететь. Но в последнее время, особенно вот в этой поездке зимой, когда мы были вместе в Киеве, мне как-то так понравилось, что, наверное, мой любимый город Киев, хотя я из Харькова, и Харьков должен быть у меня на первом месте, но в последнее время мне комфортно в Киеве, могу назвать его любимым городом Украины. Главные отличия Италии и Франции. Сложно искать, я в Италии не так долго, и что первое заметила для себя, мне ближе все-таки итальянцы как люди, они мне гораздо приятнее, потому что неспроста говорят, что французы снобы, это так и есть, вот реально французы снобы. Итальянцы более открытые, приятные, доброжелательные, вообще веселые, мне больше нравится. Если говорить об Италии, я считаю, что Италия в целом, наверное, красивее, чем Франция для меня. Но если говорить о городах, я считаю, что Парижу нет равного города на земле по красоте. Поэтому очень сложно, я очень люблю Париж. Париж все еще мой любимый город, но мне не очень нравятся французы. Никак не могу усесться, не могу сказать. Кем я хотела быть в детстве? Я хотела быть моделью. У меня даже есть видео про это, я сейчас его вставлю, если вы не видели. Вот оно. Меня зовут Фицун Инна. Я хочу быть великой фотомоделью. Можно увидеть мое модельное портфолио, наверное, на сайтах моих модельных агентств или на сайте моего материнского агентства InModels, или на сайте моего агентства в Италии, это Fashion. Или, я не знаю, на сайте моего французского агентства, это City, или на сайте моего испанского агентства, или на сайте моего немецкого агентства. Ну, в общем, мне кажется, если вы ведете в гугле мое имя и модель или что-то такое, вы найдете мое портфолио. Комплексы из-за роста? Нет. А что подарить мужчине? Не знаю, кто этот мужчина для вас, папа, парень, муж, сын, очень все относительно, не знаю его интересов, мне кажется, лучше, чем вы, никто не знает, что ему подарить. Подарите то, что сделает его счастливым, возможно, то, чтобы он сам себе не купил, но очень хотел. Или подарите какую-то эмоцию. Прикольный вопрос. Аксель Роуз или Себастьян Бах? Аксель Роуз – это фронтмен и вокалист группы Guns N' Roses. А Себастьян Бах – это вокалист и фронтмен группы Skid Row. Я люблю обе группы очень сильно. Но смотря по каким критериям выбирать. Внешне я выбираю Акселя Роуза. Мне очень нравится внешность Акселя Роуза. В детстве я считала вообще-то идеалом мужской красоты. И по сей день я считаю его очень красивым в молодости. Вы загуглите, кстати, Аксель Роуз до-после. Посмотрите, что с ним стало, что с ним сделал лишний вес. Эта мотивация не есть. А вот по поводу вокала я очень люблю Себастьяна Баха. Возможно, даже больше, чем Акселя Роуза. Сколько лет моей сестре? Моя сестра 2002 года рождения, то есть ей сейчас 19 лет, вот, исполнится в этом июне. Запоминаю ли я своих подписчиков по никам? Да, это очень странно. Раньше в Инстаграме я запоминала всех, кто пишет мне постоянно комментарии, я всех знала по комментариям, ну, по их никам, получается, заставкам. Сейчас знаю тех, кто тоже постоянно это делает, но в Инстаграме сейчас как-то люди перестали вообще общаться не так, как было раньше. И на Ютубе я помню тех, кто пишет мне постоянно комментарии. И у меня такое ощущение, что мы уже общаемся 100 лет. Как стать моделью? У меня есть видео на канале. Ладно, я думаю, я буду заканчивать, это видео очень длинное получилось. Спасибо за просмотр. Это был мой миланский влог номер 10. Завтра будет влог. Напишите, что хотите, чтобы я показала во влоге. И до завтра.